кто не в бюджетной сфере, предприниматели, там, официанты, малый и средний бизнес скажет, а мы как? Как мы получим свою заработную плату в два раза больше? Мы тоже хотим. Очень просто. Если, например, нефтяник в регионе получает зарплату не 150 тысяч тенге, а 500 тысяч тенге, это по минимуму, в три раза. Он с этими деньгами придет завтра в вашу парикмахерскую. Он, его семья будет больше тратить деньги. Будет покупать что? Будет покупать продовольствие больше, больше одежды. То есть на самом деле вы понимаете, что объем денег, который придет к вам, к предпринимателям, он увеличится минимум в два раза, а то и в 3-4 раза. А если это произойдет, значит вы окажете больше услуг, больше продадите машин, больше продадите квартир, больше продадите любого продовольствия, одежды и так далее. Соответственно, предприниматели будут зарабатывать больше денег. Вы понимаете, у вас объем продаж увеличится, вы должны будете привлекать больше людей, ваши люди будут больше работать, вы им заплатите в два раза больше зарплату от текущей, потому что у вас больше будет выручка. Видите, как все очень просто, как взаимосвязано, потому что наши люди никак не могут понять, а как это у кого-то зарплата поднимется в нефтяном секторе, а как это повлияет на нас. Очень просто, вот представьте, что в Атырау количество людей более богатых станет больше, они будут тратить внутри региона, и значит у вас, у тех, кто оказывает услуги, продает машины или какие-то другие услуги, появится больше покупателей, у вас будет больше прибыли. Поэтому мы все должны быть заинтересованы, чтобы заработные платы поднялись у всех в два раза. Тогда экономика поднимется на другой уровень. Больше товаров будет производиться, больше квартир будет продаваться, больше машин будет. Представляете, какой оборот будет? Все упирается, по сути дела, в принятие этого решения.